город Биллингс, штат Монтана. Здесь мы решили сделать годовую инспекцию для нашей птички. И когда я пришел сюда полчаса назад, вокруг самолета крутилось 4 механика. И я поверил, что, может быть, мы действительно сможем сделать это за один день. Хотя обычно берут неделю. Ну, посмотрим, посмотрим. Теперь переходим к моторной группе. Вот двигатель. С него сняли все капоты. Достали все свечи. И поменяли очень важный элемент. Вот этот элемент называется магнитом. Их поменяли, поставили новые, сняли старые. Работает по принципу замены. Тебе дают новые, забирают старые, доплачиваешь разницу. Сделали работы по пропеллеру. Пропеллер проверен. Устранены всякие неровности, которые здесь образовываются. Ну и вот. Двигатель вид сверху. Вот этот вот парень, который крутит сейчас самолет, двигатель, он очень опытный механик, так они называются. Правда, плохо слышат, сказали, что он воевал во Вьетнаме, и там у него была контузия. Но в самолетах он проверит состояние переднего колеса. На хвост самолета положили вот эти грузы. Хвост опустился, нос поднялся. На этом столе сейчас лежит весь скарб, который мы с собой возим. Вот, можете посмотреть, сколько всякого нужного. Есть, конечно, кое-что и ненужное, но, в принципе, вот это все мы постоянно возим с собой.